Эти добрые люди ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной. Михаил Булгаков, мастер и Маргарита. Это программа об истории, привычках, нравах, поступках людей, о добре и зле. Но не бывает истории вообще, не бывает человека вообще. Мы постоянно сталкиваемся с конкретным, живым. Истина всегда исторична. Она раскрывается в том, как современники той или иной эпохи ее объясняли. Вот о такой истине человеческого сознания и будет свидетельствовать наша программа. Час истины он пробил. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Андрей Юрганов. Тема сегодняшней беседы – Киевская Русь, наследие и наследники. Может ли наследие никому не принадлежать, но быть при этом наследием? Киевская Русь – страна предков. Для кого? Украинцев, русских, белорусов или всех вместе? Не окажется ли это страна мифической территории раздора? Не будет ли она ссорить славян между собой больше, чем объединять? Ведь самой опасной является приватизация прошлого, самой бесстыжей – национализация исторической памяти, самой коварной – пропаганда государственного патриотизма. Эти вопросы мы обсудим в студии с нашими гостями, кандидатом исторических наук Думиным Станиславом Владимировичем. Здравствуйте, Станислав Владимирович. Здравствуйте. Думин Станислав Владимирович родился 7 октября 1952 года в Москве. Окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова. Специалист по истории Великого княжества Литовского, кандидат исторических наук. Работал в научно-исследовательских институтах Академии педагогических наук, с 1988 года в Государственном историческом музее ведущий научный сотрудник. Член Геральдического совета при президенте Российской Федерации. Президент Российской генеалогической федерации. Генеральный секретарь Международной генеалогической академии. Действительный член Российского дворянского собрания и собрания белорусской шляхты. Председатель экспертного совета по генеалогии и геральдике Российского дворянского собрания. Опубликовал более 700 научных статей и заметок и несколько книг, в том числе по проблемам исторического наследия Киевской Руси. И кандидатом исторических наук Пчеловым Евгением Владимировичем. Добрый день, Евгений Владимирович. Здравствуйте. Пчелов Евгений Владимирович, выпускник Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук. Доцент кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин РГГУ. Ведущий научный сотрудник Института «Русская антропологическая школа» РГГУ. Автор работ по истории России, источниковедению, вспомогательным историческим дисциплинам, генеалогии, геральдике, истории алфавита и другим. Области научных интересов в истории Древней Руси, история первых веков древнерусского государства и династии Рюриковичей. Автор книги «Рюриковичи. История династии». Киевская Русь – это термин, понятие, которое мы широко используем. Но историки нередко забывают, точнее сказать, не всегда вспоминают о том, что некоторые термины, ну, достаточно условные. Так вот, когда мы говорим «Киевская Русь», есть ли у нас осознание того, что это все-таки несколько условный термин, или он встречается в исторических источниках? Я прошу вас, Евгений Владимирович, ответить на этот вопрос. Ну, на самом деле, конечно, такого термина в исторических источниках древнерусских нет. Потому что Русь, ну, именовалась просто Русью, русская земля –
именно такой термин был, и русины существовало понятие, значит, этническое. Вот, но сам термин «Киевская Русь», так же, как и термин «Древняя Русь», это исключительно историографическая конструкция. А можно ли сказать, кто ее придумал, эту конструкцию? Вот это сложно сказать, наверное, вот кто придумал. А ведь, интересно, да. Кто первый сказал это? Да. Вот мы же говорим, да. Там, Ярослав, да. Мудрый, да. Да, употребляем это, значит, некоторые, нет, выражения, Ярослава, а потом Мудрого, оказывается, что это был Мудрый. Нет, Ярослава, ну, Мудрого назвали все-таки его довольно давно, но, ну, да, да, скажем, естественно князь Киевской Руси не называл себя ни князем Киевской Руси, ни князем Древней Руси. Так, это было... Какое название было? Киевская Русь или какое? Русь, русская земля. Русь, русская земля. Конечно. Киевская Русь – это историографическое понятие, которое просто показывает столицу. Ну, как держава, да? Каролингов, держава Мировингов. Это, вот, это, в этом, да, смысле. Но не получается ли так, что когда мы говорим о каком-то понятии, то невольно вот как-то так забываем, что это условное понятие, и оно входит в, как бы, вот в круг наших представлений, как уже естественное обозначение. Бывает такое? Знаете, бывает так, разумеется, но, как правило, все-таки эти условные понятия тоже на чем-то основаны. Когда мы говорим о Киевской Руси, это связано с тем, что до определенного периода столицей этого государства и фактически, а позже все-таки и номинально оставался Киев. Соответственно, государство, столицей которого был этот город, ну, и называл, как мы говорим, о Московской Руси впоследствии, который тоже никогда не назывался о Московской Руси, потому что та часть Руси, столицей которой была Москва. Московия, да. Москва и Литовская Русь, тоже понятие, в общем, историографическое, ну, определяющее некую территорию со своим центром. Но если Киевская Русь – это термин достаточно условный, это термин, который просто используется для того, чтобы обозначить что-то, то тогда у меня, естественно, возникает, как бы, следующий вопрос. Мы говорим «древнерусское государство». Это ведь тоже... условный термин. Можно ли сказать, что древнерусское государство и Киевская Русь – это просто, ну, некие научные синонимы? То есть понятия, которые заменяем, или нет? В принципе, да. Мне кажется, что да. Ну, в определенной степени да. Но здесь просто, понимаете, вопрос о том, как понимать это понятие. Потому что древнерусское государство – это более такое понятие, так сказать, размытое, да, и связанное с этнической стороной вопроса. А Киевская Русь, она, так сказать, показывает столицу, и это понятие, которое уже может быть политизированы, как некое политическое образование. Ну, скажем, формирование древнерусского государства происходило с севера, когда князь Олег, ну, это всем известно, прибыл на юг, занял Киев, присоединил, создал единое государство. Ну, это уже, что тогда и возникает, можно говорить о Киевской Руси, да, поскольку он с этого момента политическим центром становится Киев. До этого Киев не был политическим центром, а древнерусское государство потихоньку на территории будущего древнерусского государства формировали какие-то центры. Последующий период переходит столица, ну, вот северо-восточная Русь обособляется, Киев теряет положение столицы. Это, собственно говоря, уже не Киевская Русь, но тут некая граница, и он для нас выступает, это нашествие войск Батыя. Да, и, ну, хотя, опять-таки, древнее по отношению к чему? Мы все-таки не называем Древней Русью московское государство периода Золотой Орды, правда? Нет, не называем. То есть, да. Вот это некий вот рубеж. Да. Хотя это очень... Хотя древнерусская литература называется литература допетровской эпохи. Да, естественно. Поэтому это все, это условные термины, но за которыми все-таки что-то есть. Но все-таки вы лукавите, потому что когда вы говорите, что это условное обозначение, которое, в общем-то, конечно, тождественно древнерусскому государству, тогда ведь получается, что Киевская Русь включает в себе и Новгород Великий. Да, конечно. Тогда получается, конечно, что Киевская Русь обозначает не округу Киева. Да. Конечно, да. Или, она объединяет, ну, как Московская Русь не включает в себя тоже даже Новгород, да, с определенного момента, и Сибирь включает в себя тоже Московская Русь, хотя Сибирь – это отнюдь не окрестности нашей столицы. Знаете, Андрей Ильич, здесь очень интересная ситуация. Да. Дело в том, что в источниках вообще понятие «русская земля» имеет совершенно разное значение. Есть русская земля в узком смысле слова, и под этим понятием подразумевалась Киевская, земля поляна, Переславская, и Черниговская, вот эти три территории. И была русская земля в более... Черниговскую, собственно говоря, иногда исключают. Ну, считают, что все-таки Киев, Переславль. Это в узком смысле русская земля. Потому что в Русь, там пойти на Русь, это вот означало... Но вы хотите сказать, что современники ходили, значит, по улицам Киева, говорили, да, вот в узком смысле я, значит, поеду к себе, значит, к теще на блины, а вот в широком смысле я, конечно же, в минуты... Вы знаете, годы советские
советской власти всех жителей Советского Союза называли русскими, независимо от того, приехали они из Казахстана, Татарстана или Узбекистана. Все равно они были русские для какого-нибудь рядового американца или там француза, русские приехали. Точно так же, вот это вот бытование любых названий, особенно в период, когда не было Конституции и там формально названия Российской Федерации гражданства, было условно, она определялась практикой. То называли это Русью. Называли русичами тех, кто прибыл из Киевской, в современном смысле слова Руси, даже если он был новгородцем. Ну, это столица Киевская, чья Русь? То есть, Русь, я думаю, что сам по себе этот термин довольно безобиден, потому что это не... Если мы не ставим там, как Киев и Москву как два политических центра с разными притяжениями, в тот момент был Новгород таким более отдельным образованием. Чернигов стал потом отдельным от Киева городом. Но, тем не менее, Киев оставался столицей. Пытаюсь, для удобства историков, чтобы обозначать какую-то территорию, так или иначе, объединенную неким, потому что был этот Киевский Великий Стол, который занимал старший из князей Киевской Руси, хотя он не являлся реально правителем всех остальных княжеств, но он признавался старшим. То есть некий символический центр этого государства. Поэтому понятие это не хуже других. Мы так или иначе занимаемся переводом. Мы как историки, вы как историки занимаетесь неким переводом все-таки, потому что каждый раз, когда вы говорите о Древней Руси, то какие-то вещи нужно не то, чтобы перевести на, наш современный язык, а скорее перевести чтобы это было созвучно, нашим, соотнесено было с нашими понятиями. Это понятно совершенно. Но когда возникает вопрос о том, кто основал, династию, то это уже вопрос такой более конкретный, более детальный. Русская земля – это обозначение, Киевской Руси, древнерусского государства. Но кто является основателем? Ки, о котором упоминает вроде бы повесть временных лет, или все-таки новгородский князь, который прибыл в Киев? Был совсем русского происхождения. Тогда обозначал... Конечно, дело в том, что повесть временных лет, она рассказывает как о таком довольно мифическом персонаже. А что вообще она рассказывает? Она рассказывает о том, что это был или князь, или даже перевозчик на Дунае. Некоторые говорят. Градация очень большая. Либо сапожник, либо царь. Потому что некоторые говорят, помните, что некоторые говорят, что он был перевозчик, и говорили, поедем на перевоз на Киев, и поэтому стал называться Киев. А это неправда, поскольку он был князь. То есть уже, конечно, в момент составления летописи, на рубеж 11-12 века, это уже такие мифические времена и такие мифические предания, что, конечно, видеть в Киеве какое-то историческое лицо очень затруднительно. Скорее всего, это просто такая конструкция. Может быть, все-таки я не смогу с вами согласиться. Вполне вероятно, что историческое лицо существовало, и, может быть, действительно, есть некоторые все-таки основания не отвергать это, потому что за этим стоит какое-то местное предание. Как и за гостомыслом, хоть это не подтверждает современным источником, но есть некие предания, а, собственно, вся ранняя история большинства народов состоит из преданий. Это, конечно, скандинавские, или рибутеринские, Ромул и Рем, Мы вряд ли можем, конечно, привязать время Кия, как делал Бориса Александровича Абакова, Конечно, периоду. Согласен с вами. Это такое же, как основатель Кракова, и так далее. Чехлих, Рус какой-то. Давайте прервемся и на секундочку посмотрим сюжет об учебниках. Мне было бы интересно ваше мнение. Пожалуйста. Чему учат некоторые современные учебники на Украине и в России? В целях воспитания любви к своей родине украинцы теперь с малых лет усваивают непреложные истины, что их язык древнее санскрита. Иисус Христос был выходцем не из Галилеи, а из Галичины. И первую в мире конституцию придумал тоже украинец Пилип Орлик. Об этом говорится в украинском учебнике истории для 5 класса «Гомін віків» – «Гул віков». В учебнике доктора исторических наук Богданова «История России до Петровских времен» 1997 года сообщается, что город Старая Русь основан в 2395 году до нашей эры, и приводится переписка Александра Македонского с неким славяно-русским князем Ависханом. Учебник утвержден Министерством образования Российской Федерации.
Ну и что вы думаете? Это издержки свободы печати. Просто, к сожалению, ну, все-таки учебник должен опираться на некую историческую, если не истину, истина, вопрос всегда дискуссионный, но некую общепринятую историческую традицию, череду фактов и так далее. Ну, скажем, тоже вот, доктор исторических наук Богданов повторяет, видимо, я не знаю, я не читал этот замечательный учебник, но он повторяет одну из легенд, записанных в 17 веке, о том, что древнерусское государство считало еще при Александре Македонском, и что была некая грамота, писанная золотом на печатью, которая висела в божнице у то ли Велеса, то ли Перуна, и в память о том, что вот еще в те времена... Ну, это можно так, объяснить, ну, это все, да, специалист как, да, раз, конечно, по второй, да, половине 17 века. Да, ну, понятно, он это приводит, я все-таки надеюсь, что он это приводит в качестве... Нет, сказать, не шутка. Нет. Не шутки. Ну, тогда, ну, что поделаешь. Ну, здесь надо сказать, что все-таки учебник самое... Андрея Петровича, он, по-моему, сейчас не входит в число. Ну, слава богу, нет, да, опять-таки, это упрек министерству нашему просвещению, которое такие вещи пропускает. Знаете, человек может написать все, что угодно. У нас и Фоменко пишет о Киевской Древней Руси, там разные интересные вещи. Но это все все-таки за пределами, слава богу, учебного процесса. А все-таки отягощать умы, неокрепшие умы школьников этим исследовали. Равно как и на Украине. Потому что, понимаете, такие публикации там о том, где же все-таки родина слонов, появлялись и на Украине, и в России, и в других странах, наверное, и в прежние годы. Но просто это, опять-таки, не попадало в учебный процесс. К сожалению, это сейчас, увлеченные, во-первых, возможностью писать все, что хочешь, а во-вторых, возможностью это внедрять в те же самые умы школьников, некоторые люди этим злоупотребляют. Не только я могу сказать. Вы считаете, что только некоторые люди этим злоупотребляют? Нет, вы знаете, я думаю, что это все-таки тенденция значительно более глубокая, потому что сейчас она наблюдается... Это вряд ли, это тенденция. Нет, Станислав Владимирович, это очень серьезная вещь, понимаете. Я не знаю, конечно, в какой степени на Украине это является официальной, там, какой-то частью, так сказать, официальной точки зрения, но у нас ведь сейчас создается огромная масса литературы, такой абсолютно псевдонаучной, она, конечно, не имеет никакого отношения к науке. По поискам, опять-таки, вот про родины, когда говорится, что русский народ очень древний, и не только, что, так сказать, времена Александра Македонского, и тоже и санскрит, и все используется в этом процессе, и даже создаются русские веды, фальшивые источники, это целое огромное направление. Теперь те же самые фальшивые источники, эти Велесовые книги, они раньше появлялись. Велесова книга была раньше, конечно, но она не была так распространена. Да. То есть есть некая... Сейчас есть потребитель, который готов это все служить. Велесова книга – это подделка. Подделка начала 20 века. Понятно. Середина 20 века. Естественно. Ну, просто то, о чем говорит Геннадьевич, это действительно некая тенденция, которая существует. Опять-таки, в силу того, что теперь нет главлита и нет ЦК КПСС, который вырабатывал правильную историческую политику, слава богу, но это появилась возможность писать глупости или придумывать ложные конструкции. Это вопрос, повторяю, не к свободе печати. Готов возразить вам. Да. Значит, учебник Андрея Петровича Богданова утвержден экспертным советом Министерства образования. Вот я уже говорил, это упрек Министерства образования. То же самое я могу сказать и об учебниках украинских. Значит, получается, ни одного человека. Существует возможность, во-первых, бытования пробных учебников. Вот я не знаю, в каком статусе он был утвержден. Но он утвержден, конечно, пропускать это не следовало. Вот. Но действительно, есть люди, которые увлечены, пытаются романтизировать историю. Это особая тема. Вы начали с этого. История – это не только комплекс реальных знаний, но это еще нечто, что вдохновляет или, наоборот, угнетает. Есть традиции, которые укрепляют дух, есть традиции, которые... Да, это уже выходит за пределы науки. Это выходит за пределы науки. Но, с другой стороны, история, собственно, для этого тоже и нужна. Конечно, собственно говоря, безусловно. История формирует основы нации. Она будет отличаться, безусловно. Должна быть, но не может быть ложных основ. Вот какие основные факты... Пожалуйста, вот какие основные факты можно сегодня отнести к образованию как раз Киевской Руси? Пожалуйста, вот какие основные факты свидетельствуют о том, что Киевская Русь стала государством, стала, так сказать, неким образованием, которое можно признать государством? Пожалуйста, какие основные факты? Ну, во-первых, это династия, конечно, княжеская, которая существовала. И единственное, кстати говоря, очень мощное связующее звено,
которое было между, например, Московской Русью, да, 15-16 века, которое очень сильно отличалось, безусловно, от Руси там, времен Ярослава Мудрого или даже, так сказать, тем более 9 века. Это единая династия, которая правила этими землями непрерывно и всеми, ну, то есть, сказать, княжествами. Некая преемственность власти, да, которая, так сказать, зафиксирована в повести временных лет, начиная с 862 года. Это был год, так сказать, основания, и от него велся счет, по сути дела, правлений и счет лет. И этот 862 год, он в дореволюционной русской историографии так и оставался таким условным годом. Все понимали, конечно, его условность, но, тем не менее, условным годом основания древнерусского государства, потому что это было связано с непрерывностью княжеской власти на этих территориях. И с этого времени, так сказать, мы можем уже говорить о существовании древнерусского государства более, ну, конечно, очень, так сказать, условно, конечно, еще это не очень небольшая территория, да, потом происходило расширение. Ну, знаете, ну, тут есть некая условность. Знаете, Бушков, конечно, не историк, но вот помнится, у него был такой, была какая-то повесть, и действие происходит в Киевской Руси, которая как раз осталась Киевской. Дело в том, что там просто древляне заняли Киев, и, соответственно, их князь Мал стал родоначальником новой династии, ну и так далее. Вот такое государство считало бы свое начало, Мало, видимо, конечно, с Малой, да, из того момента, когда предки Мала стали править на древлян. Это, опять-таки, мифологизированная история, условно, но она нужна, какая-то отправная точка. Некая преемство. С этого момента вот это государство, а государство – это все-таки некие институты, династия важнейшая из них в монархическом строе, существует непрерывно. Второе, наверное, о чем Евгений Владимирович не успел сказать, это территория. Территория существует, происходит объединение. Окнижение расширяется. Государство освобождается от посторонних влияний, перестает платить дань, начинает брать дань соседей, расширяется, заключает договоры, вот эти договоры с греками, уже первых русских князей. То есть появляется на исторической арене. Это, кстати, тоже очень важно для тех людей, которые читали книжки, где отрицается такая традиционная историческая наша конструкция. Все-таки нельзя забывать, что все эти русские документы, на которых мы строим историю России, эти летописи, они подкрепляются и независимыми документами. Вот, конечно, Русь достаточно рано появляется на страницах и западноевропейских хроник, летописей, математическая переписка. Уже в первой половине, да. Называется Русь там. Как? Там очень много существовало терминов для обозначения, да, страны. Вот на севере, скажем, да, в Скандинавии одни, да, Росы, Роц, это где? Роц, в немецких хрониках? В немецких Рузи, да. Вот, Руги, тоже Руги было, даже, Руги, да. Да, ну, Руги, то есть было несколько таких терминов. Самые ранние латиноязычные источники, это где-то первый план 9 века, где уже есть упоминания. Вот. И византийские источники тоже Русь. Ну, да. Ну вот интересно, кстати, интересный вопрос, я просто не помню, скажем, для Германской империи все-таки там был император, но были эти мелкие и крупные герцогства, королевства. А для России в дипломатические отношения вступал киевский князь, но точно так же вел свою политику князь Черниговский. Они, да, самостоятельно роднились с европейскими принцами и принцессами. Вот это возникали всякие брачные контракты, дипломатические отношения шли вот из разных центров. То есть был некий полицентризм. То есть вот это, вот с точки зрения, то есть сознание единой державы все-таки существовало, единое государство, объединенное династией, вот этим старшим князем, но при этом довольно полицентризм был, конечно, да. И он был как раз вот в удельный, да, период. И когда императору писал центр. Князь Черниговский или князь Киевский, писал, и он, наверное, под понятие князя всея Руси, да, ну, понимаете, это более позднее, Когда Киев всей Руси как единого был таким не было, да, очень важным сакральным, да, центром, да, Руси всей. Да. Поэтому даже будучи удельной, все-таки он осознавался мать городов русских. Я хотел бы задать вам такой очень острый вопрос, который, наверное, задают многие, и не только историки. Значит, совершенно очевидно, что между историками украинскими и историками российскими нет никаких противоречий. Что у нас, в общем, единые взгляды на науку. Все мы учились на одних учебниках. У нас тоже могут быть противоречия. Вот, но в рамках исторических школ. Хотя бы. И вот вместе с тем есть такое уже понятие, значит, помимо научной истории, есть понятие национальной истории.
И вот я специально посмотрел, как, вот как бы формируется эта национальная история, скажем, сейчас Украины, и выявил вот одну интересную тенденцию. Значит, Украина сегодня заявляет свои права на Киевскую Русь как единственный преемник, единственный преемник. Причем очень интересно заявляет. Ну, давайте присоединимся. Нет, еще секундочку, я тут не сказал главного. Во-первых, это присоединение делается таким образом, что, ну, по существу, оно исключает вторую сторону. Даже третью. Но дальше интересно, что ведь надо продолжить как-то вот эту всю линию, да, вот эту преемственность. И она идет через. Через распад Киевской Руси. Как эта преемственность осуществляется? Через Галицию, через последующее подчинение Галиции различным государствам. И самое интересное, что формируется, буквально формируется такая национальная история, в которой главный, так сказать, стержень – это антиколониальная борьба. Она может быть направлена против австро-венгров, она может быть направлена против поляков, она может быть направлена, скорее, или чаще направлена против московитов. И возникает вот очень интересный такой, я бы сказал, даже парадокс. Ну, сами посудите, если вот так представить себе, да, национальную историю вот в таком контексте, ее начинают изучать уже с 5 класса, то ведь получается, что, по сути дела, главный враг... Да? Это тот, кто осуществляет такую имперскую политику. Экспансию. И, в общем, возникает некое, я бы сказал, уже сильное расхождение между научной историей и историей национальной. Тут очень важно, история государства, история территории, история народа, все-таки это разные вещи. Формирование украинской народности, нации, это тоже отдельный процесс, и оно формируется, собственно говоря. Вот деление Руси произошло по другому принципу. Выделяется Московская Русь, Северо-Восточная, сначала Северо-Восточная, потом Московская, поскольку Москва становится центром. И Русь, вошедшая в состав Великого князства Литовского, еще кусочек Руси, который достался Польше. Вот как раз ядро... Я про тот кусочек говорил. Да, Галиция. Вот этот, который... Ну, это была, да, Галиция, которая становится, рано становится частью Польского королевства, испытывает его влияние. То есть единое древнерусское государство находится в составе трех государств. Одно из них, Польша, ну, это просто присоединяет кусочек, и, в принципе, хотя там сохраняются традиции и прочее, но это первоначально это, в общем, вот как просто захват. Да, что же касается Московской Руси, то это законный преемник. Одна из территорий, династия, тут как раз та непрерывность, почему, собственно, Московская Русь претендует на эту тысячелетнюю историю, потому что Московская Русь непрерывная. Москва Великое князство Литовское, Великое князство Литовское – это государство, в котором не было деления на белорусов и украинцев. Вы понимаете? Поясните, какая это Литовская Русь? Это что? Да, это те русские княжества, которые были объединены Гедиминовичами, династией литовского происхождения, в рамках Великого княжества Литовского и Русского, где Киевская земля, первоначально управлявшаяся отдельным князем, первый князь под властью Гедиминовича, Федор, то ли был Рюрикович, то ли Гедиминович, то ли брат Гедимина, мы не знаем, но потом там правили Гедиминовичи, как удельные князья. И в других древнерусских центрах, на Волыне, на Подоле занимают княжеские престолы представители династии Гедимина, которые принимают православие, их окружение тоже принимает православие. То есть фактически происходит продолжается существование древнерусских княжеств. Вот тех княжеств, здесь тоже есть некая непрерывность развития этих древнерусских княжений. А Украина преемник или нет? Украина как таковая, вот деление на Украину и Белоруссию, это результат Люблинской унии, 1569 год, когда южная часть земель Великого княжества Литовского, вот это вот, достается королевству польскому. В составе Великого княжества Литовского остается Белоруссия и Литва, а вот то, что мы называем Украиной, это территория, которая достается Польше. То есть она соединяется тем самым с Галицией, то есть происходит некое вот сближение
движение этих территорий. И я думаю, что Львов и там прочие там центры, где эта русская культура сохранялась, оказывают, может, какое-то, наверное, даже большее влияние, чем разоренный Киев. А вот деление, понимаете, даже вот бытовая, то есть граница между украинцами и белорусами до 16 века не прослеживается. У них единая литература, богослужебная и там прочее. Единый язык это белорусские первопечатники, это Иван Федоров, который благополучно печатает в Москве и во Львове. Это небо, то есть небо, то есть вот это формирование украинской нации, это результат выделения ее из этой вот уже западно-русской народности. Я готов с вами не согласиться, потому что я только что прочитал, что Украина, вот именно прочитал в учебниках украинских, это слово, возникающее в повести временных лет под 1187 годом. Окраина. Что, значит, это украинцы, это поляне, древляне, а те, кто на Северо-Востоке, русские. Ну, в принципе, украинцы действительно поляне, древляне, волыняне, там еще ряд других, то есть, прежде всего, потомки этих племен, равно живших там же половцев, Они все-таки сформировались из древнерусской народности. Все эти поляне, древляне объединились, так сказать, более-менее в общую древнерусскую народность. Хотя и сохраняя, безусловно, потому что диалекты, конечно. Итак, я хотел бы все-таки немножко как бы уточнить, чтобы было понятно. Итак, что получается? Мы говорим о том, что существует некая Киевская Русь, это условное обозначение древнерусского государства. Мы говорим о том, что Киевская Русь есть какое-то, культурно-историческое наследие. Да. Вот это наследие привлекает какой-то особый, я бы сказал, не всегда здоровый и с нашей стороны, интерес. И с украинской стороны какой-то интерес. И вот получается, что за вот эту, за эту часть Украины современной, за эту Киевскую Русь, идет какая-то уже... Там речь идет о другом. То, что вы приводите, эти цитаты, они говорят о другом. О попытке начать историю вот этой части Киевской Руси, выделить ее из общего конгломерата русских земель и княжеств уже на ранних этапах существования древнерусского государства. Не знаю, в современных ли границах. Это, наверное, в меньшей степени присутствует и в Белоруссии, где тоже есть энтузиасты, которые считают, что вот это было это вот древнерусское и белорусское Полоцкое княжество. Оно было, современная Белоруссия, это тоже конгломерат княжеств. Полоцкая земля, это было одно. Черная Русь, Литовская Русь, это было другое. Это Брестское княжество, которое время тяготело к Волыни, вполне могло бы стать частью Украины, если бы по-другому прошла граница в 16 веке. Вообще с границы современной Украины, чтобы не переходить в 20 век, ведь достаточно условно. Это территория, которая так сложилась, как территория любого государства 20 века. Поэтому все-таки еще раз хотел бы обозначить эту преемственность. Сначала формируется древнерусская народность при сохранении региональных различий. То есть некое историческое общество. Как и французское. Французы средние века, Южная Франция, там все эти гасконцы, они вполне могут между собой враждовать, они себя осознают подданными единого французского королевства, сохраняют региональную особенность. Потом государство распадается сначала фактически в сохранении номинального единства, потом после нашествия Батыя распадается и фактически часть, есть можно говорить в этот момент о татарской Руси, подвластной татарам, и Руси не подвластной татарам. Литовская Русь, это Русь не подвластная татарам, которая постепенно расширяется за счет освобождения от татар того же Киева, Волыни и так далее. Мы сейчас к этому еще вернемся. Давайте посмотрим наш сюжет. Рюрик, по русским летописным преданиям, канунг, предводитель варяжской дружины, призванный из-за моря новгородскими славянами с целью прекращения междоусобиц в Новгороде и основавший древнерусское государство. У меня возникает вот такой вопрос. Если Рюрик является родоначальником династии, мы говорим Рюрик основатель, то, естественно, возникает вопрос о Новгороде Великом. То есть можно сказать ведь, что династия и пришла из Новгорода Великого, и Новгород Великий остается таким
но мощным основанием этой империи Рюрикович, как ее иногда называют. И вот когда возникают споры о том, кому принадлежит Киевская Русь, кто, так сказать, там преемник, а это довольно все-таки острый разговор. И, между прочим, не так давно было даже, я знаю, совещание историков, которое проводилось на таком достаточно высоком уровне, и обсуждался вопрос, задавался вопрос такой историкам, а не проще ли нам вести самих себя от Рюрика, ну, от Новгорода Великого. Да. Ведь речь-то идет по существу о чем? О том, что Новгород достаточно, так сказать, ну, авторитетная территория, не хуже, чем Киев. Вот. И сказать тогда так, что у нас, в общем, родина как бы теперь уже не Киевская Русь, раз мы с Украиной разделились, а теперь у нас будет, значит, своя родина не менее древняя, чем Киев. Ну, во-первых, вот есть... я хотел бы, да, чтобы... Даже, да, не вот... Новгород, да. Даже не Новгород, да. А Старая Ладога. И даже есть книга археологов, которая так называется «Старая Ладога, древнейшая столица Руси». Дело в том, что Рюрик, вероятно, первоначально правил именно в Старой Ладоге. Это действительно очень древнее археологическое, по археологическим раскопкам, поселение. Середины 8 века. Уже там присутствовали скандинавы в этот период. Вот, и поэтому вот недавно даже прошло празднование такой 1250 лет Старой Ладоги. А Новгород, как город, он возник позже несколько. У Рюрика была резиденция Рюрикова городища под Новгородом. И, в общем, конечно, вот такой вот первоначальный конгломерат нескольких племен, там, значит, были кривичи, Весь, Чуть, и Меря. Вот это, ну, и финно-угорские. Говоря, славяне, славяне, балты. Да, там, мески, и, да, балты, финно-угорские. Да, вот это племени, было, конечно. Да, да. Вот это было, так сказать, такое ядро одно из, так сказать, видимо, центров древнерусской государственности, которое было действительно очень существенным. Вы согласны? Я не совсем. Вы знаете, то есть, как бы, то есть, я согласен с тем, что говорит Иванович относительно первой столицы и прочее, да, но что Новгород все-таки это новый город. Древние русские города часто переезжали с места на место. Смоленск там тоже был, находился немножко дальше по течению Днепра, так, Гнездовский вот, городище. А почему но, новый? Потому что он был вновь построен. Как а новый, старый где старый, тогда старый, находился? Старый это или Ладога, или Рюриково городище, да. Скорее всего, просто первое поселение. Ну, несколько, ну, практически это сейчас в черте города. Все-таки я согласен с происхождением, может быть, и этого начала этого государства, но как бы единое русское государство, мы не можем выделять Северо-Восточную Русь, опять-таки повторяю ту же самую ошибку, которую совершают некоторые украинские наши коллеги, специалисты по национальной истории, как единое, вот что выделять в рамках единого древнерусского государства Северо-Восточную Русь, да, Новгород явился тем центром, Новгородская земля явилась тем центром, который выступил с инициативой объединения. Он был, то есть инициатива шла с севера, Олег пришел из Новгорода. Предварительно, да, конечно. Аскольд и Дир тоже, кстати говоря, пришли из Новгорода, но они не присоединяли, они создали единое свое маленькое государство. Да, но это не значит, что Киев не наш. Киев наш общий. Мы должны общий, искать в истории. Да. Мне кажется, что нехорошо было бы искать выгоду в пользу каких-то там политических партий или течений, искать в истории вот эти искусственные границы. Их и так там достаточно. У нас были реальные конфликты между украинцами и русским государством. Но Древняя Русь – это наше действительно единое достояние. Ходили ну, киевляне на Новгород, нас, новгородцы ходили на Киев, там очень часто его захватывали. Вот. Но это было в рамках единого государства. Тогда вот давайте сейчас посмотрим один сюжет и обсудим, вот все-таки, какова роль не только славян, не только финно-угров, не только балтов, но и варягов. Пожалуйста, сюжет. Аскольд и Дир – киевские князья. В 860 году, зная, по словам летописца, о тяжелом внешнеполитическом положении Византии, совершили успешный поход на Константинополь, идоще на Царьград. В 882 году Аскольд и Дир были обманом вызваны за крепостные стены и убиты новгородским князем Олегом, решившим отныне править в Киеве. Олег – древнерусский князь, родственник легендарного Рюрика, ставший после его смерти новгородским князем в 879 году. В 888 году Олег покорил Киев и сделал столицей древнерусского государства. Ну, вот получается, что помимо всего прочего, помимо того общего достояния, о котором вы говорите, есть еще одна интересная проблема. Основатели государства
Аскольд, там, Идир, так сказать, или мы говорим, когда уже там об Олеге, это все норманы. Хельги, Ингвар. Да, да, это норманы. Вот как современная наука раньше рассматривала этот сюжет, и как она рассматривает сегодня, пожалуйста. Вы знаете, это был очень болезненный, конечно, вопрос, но болезненным он был, когда историография только создавалась, историческая наука делала только первые шаги, потому что... А когда она делала первые шаги? Она делала первые шаги в России в 18 веке. Вот, когда считалось, что основание государства и основание династии, происхождение династии, да, и происхождение варягов, это все очень такие жестко взаимосвязанные между собой вещи. И, соответственно, значит, вот если скандинавы основали, как бы основали русское государство, поскольку династия была скандинавской, то это не совсем хорошо, не совсем, так сказать, положительно. Нехорошо, да, почему? Как-то вот, что, ну, вот, не знаю, вот какое-то вот такое национальное чувство, вероятно, так, задевалось, так, да. Так. И вот поэтому, значит, были различные споры, действительно, и в научном смысле были споры, но сейчас на современном уровне исторической науки этот вопрос совершенно... А что случилось? Что, наука случилось просто поменяла тем, знак? Нет, случилось то, что наука стала наукой. И стало понятно, что само по себе иноэтническое происхождение Рюрика, варяжской династии, скандинавское, оно никак не может затронуть процесс, то есть они, естественно, принимали участие в создании древнерусского государства, это безусловно, но это не равнозначные процессы. И государство, оно же не возникает само по себе, просто вот пришел Рюрик и основал государство, да, я буду здесь князем, и теперь будет у нас Древняя Русь. Это же постепенный долгий процесс, в котором участвовали многие народы, и славянский, и финно-угорский, и балтский, и варяжский элемент был очень серьезный, и хазарский, кстати, но говоря. Все-таки получается, элемент, что варяги правили. Варяги правили, да. Но это... Они что, вот они лучше организованы, умнее, талантливее. Почему они правили? Почему другие не правили, а вот они правили? Все-таки возникает вопрос, который... Ну, правили другие тоже. Правили, да, другие, да, конечно. Конечно. Да. Но, понимаете, это вот было связано с северорусскими землями и взаимоотношением тех территорий, тех племен с варягами, которые очень рано начали проникновение на север Руси. По крайней мере, с середины 8 века они уже были хорошо известны там. Вот. И это вот такая историческая ситуация, которая сложилась. Но в этом нет ничего удивительного, потому что значительная часть вообще династий, да, монархических, вот Станислав Владимирович очень крупный специалист как раз по династической истории, это все династии ведь иноэтнические, да, это не местные династии. Причем это, в этом, знаете, нет, да, какого-то, ну, вот, ущемления. Конечно. Причем как раз призвание варягов, это как раз в данном конкретном случае Северо-Восточной Руси легко объясняется местной этнической ситуацией. Когда очень там пестрый, три племени, вы понимаете, пестрый, три племени. Конечно. Если сделать князем представителя балтов или славян, или там и финно-угров, соответственно, он будет, как, знаете, как у нас в старые времена, свое землячество, да, тогда это получается, что кто-то из племен возобладает. Тогда третья сторона, как бы, третья, да? Сторона, да, третья, то есть абсолютно принцип четвертая сила. Стороны, да, 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 или четвертая, то есть, сила. То есть, как бы, не плюсы действительно эти связи, плюс то, что варяги в этот момент были просто такой импульсивный, вот, говоря, если по-гумилевски, пассионарные. Они, вы знаете, варяги, роль, да, варягов была, да, вот если так мне пришел сегодня в голову такой образ сегодня, вы знаете, когда вот хирургическая операция, и вот сшивают рану, да? Угу. Вот эти вот хирургические нити, они необходимы, чтобы срослось. Потом их удаляют или они сами отпадают, но они нужны, чтобы срослось. Вот для того, чтобы срослись южные части будущей Киевской Руси и Северной, вот эти варяги, видимо, и исторически были нужны. Ну, это, они потом довольно это, быстро ассимилировались. Причем это было, да, обусловлено не их ролью, а просто был этот путь, был путь из варяг-греки, который, ну, сближал эти территории. То есть была реальная необходимость экономическая, еще какая-то. Но, как всегда, сыграл роль вот этот человеческий фактор. Были эти дружины, был этот киевский князь, который смотрел на Византию не как не своего местнического. Ну, так, собственно говоря, если бы он был только новгородским князем, он бы там добывал белок на севере и посылал бы купцов на юг. Он хотел создать государство более крупное. В общем, это ему удалось. Олег был создателем, собственно, единого государства, но династия Рюриковичей сохранила это единство. Ну, вот я бы так тогда сформулировал. Получается, что древнерусский книжник не испытывает ни малейшего
желание, да, обижаться на то, что князь нормандского происхождения. Никакого, то есть для него это происхождение не имеет никакого значения, даже, наверное, судя по всему, он даже... Он просто рассказывает, да, откуда как, это все как началось. Это, да, как но почему было? Тогда вдруг, вот в 18 веке вы упомянули, да, почему вдруг вот так остро возникает эта проблема, обсуждается вот в науке? Почему так остро? Когда начинается там, люди начинают идти на принцип. Вот два немца написали, что вот... Какие два немца? Вот, ну, вы помните, Миллер, да, который... Шлёсса, которым, три немца. Которым, да, которым, да, три немца, которым поручили написать историю России. А кто поручил? Русское право. Они приехали в Академию наук. Академию наук. Академию вот наук, они, конечно, они, да. Они стали доказывать, что вот... В какое время приехали? Понимаете, Петровская эпоха появления иностранцев. Довольно болезненное отношение некоторых частей русского общества к этому иностранному влиянию. Плюс еще Анна Иоанновна, пусть все эти вот... немецкое засилие, так называемое, и так далее. То есть некое вот отношение к иностранному элементу несколько подозрительное. А с другой стороны, это пробуждение некого русского патриотизма. Вот когда они написали, что русское государство создано нормандами, и поэтому, соответственно, значит, русские оказались сами неспособные, вот немцы пришли, да, и так, да, далее. Вот это вот было смешно, потому что существует. Германия в то время представляла себе такое лоскутное одеяло. Они сами немцы как-то не организовались, да, собственно, и сами скандинавы. Но Ломоносов заявил, что нет, что мы сами организовались, но он не стал отрицать скандинавское происхождение Рюрика, но он стал отрицать происхождение. Он обиделся. Нет, он обиделся. Он считал, пожалуйста. Он прям прусское. А прусское, как он понимал, как русское? Русское. Пруссия, Руссия, это тоже славянское племя, прусы. Ну, от этого выросла вот эта вот теория, то, что Рюрик происходил из западных славян, ну, что все-таки не немец и так далее. Какая же какая дистанция культурная между книжником и Ломоносовым? Вот получается, что для религиозно мыслящего человека то, что правитель швед, там, норман, это как бы не имеет никакого значения. А для Ломоносова, значит, уже какие-то национальные мотивы. Да нет, так? Знаете, Ломоносов был человек вполне нормальный, жена у него была немка. Так что, немка, ну, да. Так что хотя, может быть, это и породило, я не знаю. Но, по крайней мере, дело не в этом. Нет, ну, это некая вот, некий, видимо, этап, который Россия пережила, может быть, раньше, чем Украина. Ну, как бы Национальные истории, национальные идеи. Конечно. Тут, как всегда, возникают энтузиасты, которые, ну, стараются как можно более подчеркнуть самостоятельность, уникальность и так далее. Потом это проходит, ну, все-таки, ну, России для этого тоже потребовалось несколько столетий, чтобы прийти к какому-то нормальному. Все-таки мы еще на нашей памяти, еще когда нас учили, конечно, вот, академик Рыбаков. Антинорманизм очень, да, это 1500 лет Киева, который отмечался, да, так, да, широко. Да, да. Вот, вот, ну, как сейчас относится, диалоги, как сейчас диалоги относится к 1500-летию Киева, скажем, вот, ну, вот в науке, скажем, да, этот, в науке этот факт воспринят, да, как? Нет, конечно. Никак, но в, да, науке это все уже, так сказать, вот отпраздновали. Как бы наука, ну, сама, знаете, по себе. Если считать от тысячелетия Казани, то, наверное, это примерно... Примерно то же самое. Для кого это все? Вот это 1500 лет? Для чиновников? Для чиновников. Только, да? Наградить друг друга. Ну, потом, понимаете, вот мне говорили некоторые украинские историки, которые были с этим связаны, они говорили, мы, конечно, понимали, что это все за уши притянуто, но под это выделялись деньги, можно было что-то отреставрировать, сделать в городе, улучшить там и так далее. То есть, ну, хорошее такие, дело. Чисто, про хорошее дело, да, практически момент. Дело, да, да, он, да, значит, здесь город вот выиграл, сорок, да? Город выиграл. Казань тоже выиграла от тысячелетия. Ну, в свое время ведь зарезали 800-летие Казани еще там лет 20 назад, вот, по-моему. Ну, это потому, что, ну, все-таки боялись татарский национализм. Тогда, ну, а украинское, да, да, вот, да, решили... Ну, да, украинский, ну, потому что это центр, да, потом это дружба Украины, так, конечно, сказать, и Российской РСФСР, так что... Меня интересует вот один сюжет, который мы немножко оставили. Значит, получается, что у нас несколько преемников Киевской Руси, да? Это Московская или Северо-Восточная Русь, Московская Русь, это Великое княжество Литовское и Русское, это западно-русские земли, которые оказались даже вне ордынского контекста ига. Вот. И Галиция, которая, ну, как-то там вошла в состав Польши. Возникает интереснейшая ситуация тогда для обсуждения. Ведь если говорить о нашей собственной национальной истории, то здесь возникает такой вопрос,
ну, непростой. Ведь мы очень часто говорим, да, вот у нас монголы там были, поэтому мы вот такие-то тому не научились. Но если посмотреть на нашу историю 14 века, то получается у нас как бы не одна, а две истории. Одна история под монголами, это Северо-Восточная Русь, а другая? Вне Орды, вне монголов, да. Под литовскими князьями. Ну, вот это феноменально, да, или да. Это нормально? Ну, так вы сказать? Знаете, во-первых, в истории много крупных государств распадались на части. Вот, скажем, ну, простите, вот я иногда сравнивал Древнюю Русь и империю Карла Великого. Так, и что же когда-то было единое государство, из которого так. Образовалось сначала три, а потом Германия, да, вот это была Лотарингия, да. Лотарингия, ну, mm-hmm. Потом нарезались еще другие. Они все апеллировали к наследию Карла Великого, даже Наполеон еще, собственно, коронация Наполеона как-то какой-то повторял. Да, она была. Вот, и он пытался. Да, но, тем не менее, они пошли как-то своим путем. Ну, у нас действительно вот эта другая Русь, я о ней писал, это Великое княжество Литовское и Русское, это не совсем русское государство. Ну, то есть, оно не совсем явилось преемником вот, Киева. Тут очень интересно, что верховная, нет, вы знаете, я так, вот думал об этом. Она преемник в культурном смысле, она преемник в смысле территории, потому что большая часть территории да. Киевской Руси оказалась в составе Великого Княжества Литовского. Исторический центр Киев оказался в составе Великого Княжества Литовского. Русские княжества, существовавшие до монгол-татарского нашествия и во время нашествия, в конце концов достались, сохранились в рамках этого государства, Черниговское, там, Брянское, Смоленское. Некоторые сохраняли династии Рюриковичей в голове, как Смоленском до конца 14 века. Там была своя собственная династия Рюриковичей, подвластная литовским князьям. То есть там была прямая преемственность. Понимаете, князство точно так же существовало непрерывно. Потом оно было присоединено к Литве. Там тоже начинается централизация. Но там это элементы этого древнерусского наследия, правовая система, социальный строй, это боярство местное. То есть там в гораздо большей степени, может быть, преемственным было в бытовом смысле, анмаз, но чем на Северо-Восточной России. Ну, это не совсем, конечно. Простите, я все-таки хотел закончить. Но там центром, тем не менее, там не стал вновь Киев, не стало ни одной из этих древнерусских княжеских столиц. Центром стала вновь образованный город Вильно, ну, новая столица, как, впрочем, Москва стала столицей Северо-Восточной России. То есть появляются новые политические центры, но на то же самое и особенно серьезно этот процесс проходит. Да, и особенно серьезно этот процесс проходит, когда начинается объединение Великого княжества Литовского Королевства Польского с конца XIV века, потому что еще 13-14 век, я думаю, на Северо-Восточной Руси Московское, так сказать, княжество воспринимало Литовское княжество как некое вот тоже, так сказать, ну, примерно свое, да, свои вот, так сказать, люди, свои князья, очень тесные династические связи. Простите меня, опыт Северо-Восточной Руси. Это опыт Руси под монголами. Это опыт Руси Литовской под Руси. Тоже русская история. Это опыт Руси без монголов. Вы что, не хотите сказать, что нет никакой разницы между этими опытами? Что нет, здесь опыта, нет безусловно, различий каких-то? Нет, опыты, безусловно, какие? Разные, конечно. Да, какие именно? Да, и монголы оказали очень большое какое? Влияние, потому что началась очень жесткая централизация, которая потом закончилась установлением самодержавного, очень рано самодержавной такой монархии, в Литве произошла ситуация немножко другая, произошла постепенное, так сказать, соединение Литвы с королевством польским, которое закончилось созданием Речи Посполитой в 1569 году с очень сильными такими, ну, не знаю, как сказать, демократическими, но в кавычках, конечно, да, традициями, когда очень сильная шляхта, магнаты, да, когда королевская власть, наоборот, чем все-таки отличается вот радикально. Вот государственный такой тип как бы Московии от государственного типа Литвы. Есть какой-то алгоритм, который отличает? Вот, скажем, Московия, это что? Система такая жесткая на подавление. А Литва, это что? Там какое-то другое устройство, другой тип отношений внутри этого государственного ядра. Что это за отношения? Чем они отличаются? Или ничем не отличаются они? Нет, ну вот я как раз и говорю о том, что Речи Посполитой, вот это вот отсутствие сильной жесткой королевской власти. Сначала, все-таки, нет, знаете, я с вами не соглашусь, отсутствие это уже более поздний период. Первоначально литовские князья были достаточно самодержавны, когда куда более
большими обладали правами, чем московский великий князь, великий князь Владимирский. Витовт или Ольгерд, они могли делать все, что хотели, они своих сыновей, племянников сажали на удел, выгоняли их с уделов, они казнили кого хотели, в принципе, но делали это крайне редко. Они, тем не менее, оперировали в государстве другого типа. Этот тип, Великое князство Литовское и Русское, было государством полиэтничным, в большей степени, чем Московская Русь, и поликонфессиональным. Только поликонфессиональность была и здесь. Но здесь были мусульмане, татары, и были, в общем, православное население, плюс немножко язычников. В Литве же язычество сохранялось до конца XIV века как главная религия государства. Потому что до крещения Литвы, до этого союза с Польшей, Литва оставалась формально языческой. Великим князем литовским должен был быть язычник. Почему? Скажем, Ольгерд существовала все-таки достаточно, как норманы в свое время в Киевской Руси, литовская знать, литовская, мы сейчас воспринимаем границы современной Литвы, это маленькое государство, но русские земли после нашествия были слабонаселенными. Балтские племена активно в этот момент увеличивались в своей численности. Они расширяли свои владения, они, эти литовские дружинники, сохраняли свои балтские традиции, свой балтский пантеон. Поэтому те князья, которые укоренялись на русских землях, принимали православие, таких было большинство, теряли право на великокняжеский престол. Ольгерд, будущий великий князь литовский, когда он был князем на русских землях, он стал ходить в храм и получил даже православное имя, но он не принял крещение, он был катехуменом. Но была же легенда о том, что он принял. Он принял перед смертью, он принял крещение. Но похоронили его все равно по-языческому, потому что великий князь должен был быть в этом государстве язычником. Вопрос о принятии православия стоял очень долго. Егайло, сын Ольгерда, как после Куликовской битвы, вел переговоры с Дмитрием Донским о браке с его дочерью и принятии православия, причем он вот он должен был свое православие, свое объединить во все люди. И это была бы перспектива объединения. То есть, понимаете, вообще вот самое то есть, важное... Возможно было объединиться. Значит, две Руси могли объединиться. До определенного предела эта возможность существовала. Когда? Таким пределом, когда это была возможность? Препятствием почти непреодолимым, потому что, в конце концов, первоначально это крещение было, католическое было формальным, было крещение по католическому обряду, то есть союз с Польшей и принятие католичества в Литве. Да. С этого момента возникает в Литве вот другая конфессиональная ситуация, возникает, с одной стороны, вот это тяготение, возникает, которого раньше не было, тяготение части православного населения к Москве, на Украине, на Белоруссии, эти вот религиозные конфликты, которых не было в период языческой Литвы между двумя братскими с христианскими конфессиями, возникают споры, привилегированная католическая церковь потихоньку ограничивает права православных, то есть масса проблем. То есть в данном случае Литва уже не воспринимается, вот как вы правильно сказали, как своя, она уже латинская. Она уже латинская. В общем, все равно это произошло не в один момент. В конце концов, дочь Витовта становится великой княгиней. Софья Витовтовна. Да. Внук Витовта становится великим князем московским. Василий II. Вообще, теоретически, какая хорошая конструкция. Витов, не имея детей, мог бы назначить его своим преемником. И опять-таки, то есть вот это срастание было теоретически возможно. Но... Литовское государство, меня оно очень интересует, потому что о нем как-то очень мало говорится. Как правило, ведь в школьных учебниках пишется буквально следующее, что Русь была под Ордой. Русь – это северо-восточная, значит, московская, потом она стала петербургской. То есть линия идет так. Какая? От Киева, от киевского наследия, к Москве, к Северо-Востоку, от Северо-Востока затем уже к империи, к Петербургу. И в учебниках очень редко, крайне редко описывается та самая земля, древнерусская земля, киевская, в общем, да, так, земля, которая находилась в составе другого государства и тоже русского. Вот это и плохо, что не описывается. И была попытка у Литвы собрать все. То есть князь Ольгерд попытался сделать невозможное. Собрать всю Киевскую Русь как бы снова. Да. И вот когда это не получилось? Какое-то время? Конец 14 века. А что это такое конец 14 века? Неудачные походы куда? На Москву. На Москву. Какой был? Кремлевские ворота мечом или копьем стучал. Но не взял Москву. А почему не взял? Не хватило сил. В какой-то момент все-таки в северо-восточной Руси у него были союзники. Тверь была его союзником. Жена была.
Ульяна Александровна. То есть Тверь соперник Москвы поддерживала, но не получилось. Опять-таки, оказалось, что... Причем, знаете, вот литовское, вот, когда мы говорим о литовском влиянии, вот это не только же Великое княжество Литовское, это литовские наместники в Новгороде. То есть, вся эта вот... Весь север, да, Руси, и очень долгие притязания. Да? Очень долгие притязания на Новгород, и, в принципе, литовская партия в Новгороде. Это да, не изменники, да, это не предатели, да, это да, люди, которые ориентируются на другой центр объединения русских земель. И повод присоединения Новгорода Тверь, при Иване Третьем. Тверь и так далее, да. Тверь, это тоже... Это тоже это, то есть, получается, да, что Москва, вот московская, Москва стала в какой-то момент препятствием для объединения русских земель. Это интересно. Да, это интересно. Интересно. Да, любопытно. Вот почему Гедиминович, вот как некая такая великокняжеская, да, линия, почему Гедиминовичи стали такими популярными в последующие века? Почему именно Гедиминовичи, то есть потомки великого князя Гедимина, начиная там с 14 века, почему они вот в русском государстве, уже в будущем, да, стали такой, ну, такой почти привилегированной группой князей, да? То есть Голицыны, да, Голицыны, Куракины, да, 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 много, Кропоткин, там, Булгаков. Да, и тоже, они тоже пришли из Литвы, да, из Смоленска. Да, да, Смоленска. Почему они такие популярны? Вот что это, так сказать, за такой отголосок, который вот слышится в русской истории в отношении Гедиминовичей? Какая-то вот такая... это, наверное, это традиция, да, единая, положение. Знаете, все-таки, когда они появляются, они когда выезжали на Русь, представители династии Гедимина, те же самые, потом Мстиславский, Трубецкий, да, это были люди, которые представляли сильную царствующую династию, может быть, даже более сильную, чем московская. Это для московского князя было лестно, что представители соседнего государства, не какую-нибудь, а вот двоюродный брат великого князя литовского короля польского, к нему на службу поступает. Поэтому первые поколения, они роднятся с дома. То есть, собственно, вот сейчас вот потомки московской династии по женской линии, это как раз Голицыны. Гедиминович, да, Куракин, предок Голицыных, был женат на девице из московского княжеского дома. То есть, вот, они происходят от Дмитрия Донского. Это определило их положение. Они были не просто какие-то свои, они были чужие, как иностранные принцы. В какой-то момент это... Ну, а потом личные заслуги, все крупные пожалования дали им возможность сохранить это. Они были чужие, но они были очень близко родственные. Они были православные. Правители, да, православные. Дмитрий Альгердович, Андрей Альгердович, например. Да, потом они очень близкие были родственники великих князей. Все-таки Гедиминовичи очень небольшая династия по сравнению с Рюриковичами. Понимаете, это как вот как принцы Альденбургские или герцоги Мекленбургские, которые выезжали в Россию. Они были представители царствующей династии, поэтому их положение было выше, чем местных. Да. Давайте вернемся в 14 век. Меня он очень интересует, потому что это действительно какая-то уникальная ситуация. Вот мы говорим о том, что существует некое преемничество, да, то есть какая-то традиция. Да, вот Киевская Русь завершается. Ну, как она завершается? Она завершается тем, что остаются вот эти громадные территории, да, и каждая территория потом начинает какую-то избирать, ну, или сама избирает путь, или там судьба так у нее складывается. Ее избирают. Но меня очень интересует вот эта вот история, как бы некая параллельность этой истории. Да, вот эта литовская история, русская история 14 века. Вот скажите, как осознавали друг друга? Вот как в литовской Руси, да, осознавали тех, кто на востоке? И как вот осознавали в Северо-Восточной Руси, Литовской Руси? Есть ли какие-то исторические источники, свидетельства, как друг друга понимали? Вот говорили, скажем, у нас еще одно есть, еще есть одна земля. Или, да, ну, как они, вот, русские, как они попросту русские, говоря, относились, да. Сейчас, секундочку, я хотел бы, чтобы вот Евгений Владимирович... Ну, вы знаете, если говорить о том, что все-таки язык Великого княжества Литовского, это русский, да, вариант, так сказать, древнерусского языка. Все дело производства Великого княжества Литовского на этом языке, вовсе не на литовском ведь. Вот, православие, так сказать, и свобода вероисповедания, и даже основание, попытка основания метрополии собственной, да, литовской, да, то это уже о многом говорит. Это говорит о том, что... Киевская метрополия оставалась, она была на территории Литвы, то есть канонически вообще-то русские земли Северо-Восточной Руси должны были бы быть подвластны этому центру. То есть и церковные,
духовная преемственность. Ну, то есть, что это, они конечно, относились как просто к еще одной русской еще земле? Одна, я думаю, что это было вот та же, как Москва, Тверь, Новгород. Даже да? не еще одна, вы знаете. Вот а это, и даже значимая очень. Они досчитали, да? что русская земля у них. У кого? Просто, ну, вот там, на севере, на западе России. Да, мы, да. Они себя считали русскими. Не белорусами, не украинцами, не было еще таких терминов. Мы русскими. А здесь жили москвитяне. Московиты, москвичане, да. Странная да, картина. Да, для учебника да. очень странная. Представьте себе, да. мы пишем с вами вместе учебник по русской истории, пишем примерно следующее, что в XIV веке себя воспринимали русскими в литовском государстве, значит, Великое княжество Литовском, а те, кто жили восточнее, те были либо тверичи, либо москвичи, либо там новгородцы, да, да. но они не составляют то самое, это что... Вы знаете, вообще, на самом деле, вы сказали очень интересную вещь, но для XIV века вообще не следовало бы разделять историю Западной и Северо-Восточной Руси, да, поскольку да, это да. единый процесс. Это знаете, единый процесс, когда Ольгерд идет на Москву в союзе с Тверью, или когда Иван Калита с татарами идет на Смоленск, чтобы отбить его у Литвы, но не отбивает, и Смоленск остается свободный от татар в составе Литвы. Это в 1339 году. Ну, да, ну, да. Есть, когда, или когда там, литовские там, князья да. в Пскове да. и в Новгороде. Да. Это не эпизоды истории Литвы или Литвы, России отдельно, это эпизоды нашей совместной истории. То есть, скажем, и они понимали да, так это? Ну, они, видите ли, когда, как между Мекленбургом и, скажем, Бранденбургом, когда были какие-то там отношения, они не воспринимали себя совсем уж отдельно. Это были соседи. Соседи, понимаете, они, может быть, они не так глубоко проводили эти границы, как мы теперь это делаем в рамках современных социальных... Ольгер же пошел на Москву, да. значит, кстати, такие уж соседи. Да, он пошел, но да, соседи, знаете, пошел, знаете, что с соседями бывает. Да, да, так же ходили князья северо-восточные. Но это замечательно да. осознавали в XIX веке, между то прочим, есть... русская историография XIX да. века, которая говорила о литовско-русском государстве. Да, да. А если мы посмотрим, если мы посмотрим на памятник тысячелетия России... который, так сказать, изображает всех великих деятелей, мы увидим там всех литовских князей. Там будет да. и Ольгерд, и Кейстут, да. и Витовт. Это они глубоко символично. Это глубоко да. символично. Вот я встречал уже в историографии, в науке такой интересный факт, который меня очень как-то заставил задуматься. Вот если происходят княжеские усобицы, скажем, на Северо-Востоке, то это обычно дело такое кровавое. А вот, если не ошибаюсь, вы, Станислав Владимирович, написали, что между Кейстутом и Ольгердом в XIV веке, двумя великими князьями литовскими, да, государями, не было конфликтов. Кейстут управлял государством литовским, как бы ориентированным на Запад, а Ольгерд, великий князь Ольгерд, значит, как бы осуществлял политику на Востоке. Это все-таки, знаете, это все-таки достоинство их братских отношений. Потому что на самом деле... Это не социальный уклад. Нет, вы знаете, социальный... Там при их преемниках Кейстут был убит по приказу своего племянника Егайла, задушен или там, ну, по разным версиям. Братья, двоюродные братья Витовта и Егайла поубивали много своих других двоюродных братьев. Потому что там все всяко бывало. Это политическая борьба. Там на Сигизмунда Кейстута еще там зарезали князя Черторы. В тройках там и так далее. Это все бывало. Но уклад все-таки был немножко другой. Понимаете, там не было той жесткой централизации. Там все-таки... Что значит не было жесткой централизации? Как это понять? То есть, сохранялся местный уклад в большей степени. Вот это, почему я говорю, я сказал несколько времени назад, что там это наследие Древней Руси в некоторых случаях более четко проявляется и заметно в некоторых городах, в строе Полоцка, Витебска. То есть это некая старина, вещь. То есть это они сохраняются довольно долго. Второе, терпимость. Вот все-таки, то есть, ну, когда он, конечно, устранял своего преемника, но тем не менее, там не было таких, вот когда у нас присоединяли Рязань или там, Смоленск, вот когда Смоленск присоединили в 514 году, там местных смоленских родов практически не осталось. Те все семьи, которые там... Их переселили. Там же в Новгороде, это Иван Калита начал. Вот, с Ростова началось все это. Да? Там по-другому там остаются, там большинство вот, старых
боярских родов остались, там и то же самое будущее Украине, там есть масса семей, которые свою родословную наверняка ведут от древнерусских времен, потому что к ним прибавлялись литовцы, им тоже давали что-то там, но тем не менее не происходило этого перемешивания, поэтому дольше сохранялась эта обособленность, вот некоторая территориальность, некоторая федеративность, вот, я бы сказал. Поэтому второе. Это очень привлекало. Отношение к шляхте. Действительно, вот объединение с Польшей стало стимулом для некоторого ослабления государственного единовластия, потому что польское влияние, это привилегии шляхты уже достигнуты, они, конечно, вдохновляли феодалов Литвы, независимо от происхождения. Поэтому, чтобы добиться союза с Польшей, чтобы добиться возможности сидеть на двух тронах сразу, Гедиминовичи должны были что-то давать и своим литовским подданным. Поэтому начинают потихоньку у них появляться права. И эти права закрепляются. Когда, я помню, когда Ивана Грозного собирались избрать на польский престол, да, как ни странно, некоторые его сторонники говорили, они хотели объединения с Россией, там, ну, земли и прочее, и говорили, что ну-то он у себя там, он казнит кого хочет, у нас-то он так не сможет. Да. Потому что они считали, что есть некие... Вот какая традиция. Да. Традиция, когда удельные князья бегут, да, когда присоединяют новые территории, Тверь, Рязань, Иван Иванович Рязанский, последний князь, Михаил Борисович Тверской, они бегут все в Литву. Ну, с другой стороны, все-таки есть и иная тенденция, эти вот верховские княжества, когда мелкие князья. Когда католичество. Мы забыли еще одну землю. Давайте сейчас вспомним о том, что в древнерусском государстве еще был Новгород Великий. И все-таки, как бы там не развивались отношения, и по-разному развивались эти отношения между Великим княжеством Литовским, Русским, Северо-Восточной Русью, Московской, Русской. Две истории развиваются одновременно, параллельно, с разными, так сказать, фазами отношений, острые, там, дружественные, иные. Все это так. Но есть еще, в общем, довольно такая интересная, я бы сказал, во многом загадочная страна, Новгород, которая постоянно нам показывает свои, так сказать, кладовые. И вот этот необычный политический уклад, это тоже какой-то феномен русской истории. Давайте к этому обсуждению мы перейдем, но посмотрим небольшой сюжет. Найдена древнейшая ныне известная книга Древней Руси – Цера. Она как минимум на несколько десятилетий старше, чем самая ранняя датированная книга Древней Руси – Остромирова Евангелие 1056-1057 годов. В октябре 2000 года в лаборатории имени Ангстрема отделения ионной физики Университета Уппсалы Поснер произвел радиокарбонный анализ воска из данного кодекса. Основные результаты таковы. Датирующий интервал вычисленный с надежностью 68%, 860-1010 годы, с надежностью 95%, 760-1030 годы. Вот Новгород Великий. Это тоже русская земля. Это тоже центр. Вот мы посмотрели, Киевская Русь, она как бы закончила своего существования, ну, скажем, там, в XII веке. Она оставила после себя две гигантские территории, которые потом, ну, по-разному между собой, так сказать, да, контактировали. Это Великое княжество Литовское, Северо-Восточная Русь, Московия. Мы говорим о том, что они по-разному были устроены. Во многом они были схожи и вместе с тем отличались. В Московии, ну, некоторое стремление к деспотизму. А в Литве, где отсутствовали монголы, скорее компромисс какой-то, ну, дух компромисса, договора. И вот есть еще одна территория, которая уникальная. Как вот как бы так, русская история из каких-то, можно сказать, феноменов, наверное, и состоит. Вот что уникально Частей. В древнерусской, точнее сказать, в Новгородской вот республике? Что уникально? Вот что не похоже на вот историю киевскую и историю, скажем, северо-восточную? Ну, вы правы, конечно. Это совершенно удивительная вещь, потому что, во-первых, политическое устройство Новгорода очень своеобразно было. Это сильное вече городское, это власть посадников, власть городских властей и очень слабая, да, выборных властей, конечно. То есть это, очень слабое, это государство, в котором существует выборная власть. Выборная власть. Это демократическое государство, в котором существует, и которое приглашает князей.
Здесь нет никакой династии. Князь не может остаться навсегда. Князь не может остаться навсегда, потому что он не может стать единодержавным таким правителем, основать какую-то династию и пойти против новгородского боярства. Потому что смена князя – это значит возможность манипулирования этой княжеской властью. Как только Александр Невский становится победителем шведов на реке Неве, да, он теряет новгородский престол, потому что они боятся этого усиления. Как это возникло? Вот эта вот государственность, из чего? Вдруг вот она возникла какая-то необыкновенная, не похожая ни на Приднепровье, ни на Северо-Восточную Русь. А вот, видимо, традиции, старые традиции 9 века, да, еще, да, когда приглашение князя Рюрика на престол. А внутри самого Новгорода и что вот существовало внутри как Новгорода, традиция? Внутри Новгорода, видимо, вот эти вот местные особенности, между прочим, тоже полиэтничные вначале. Конечно. Потому что Новгород формировался из нескольких этнических поселков. Получается, поселков, что родовые отношения, они оставались очень значимыми. Все-таки не только это. Угу. Все-таки не только. Знаете, существует, ну, ведь мы аналогом Новгороду, в конце концов, была Венеция, да, ведь тоже торговая республика, где тоже был дождь, правда, он был пожизненный, но избираемый, и тоже не было никаких династий. То есть некое, тут объясняется не столько существованием широкой демократии, хотя тоже там были ее элементы, сколько существованием влиятельной группы, независимых от правителя людей. Обладавших вот, да, то есть, скажем, конечно, вот это вот да, боярская, боярская олигархия, которую так ругали у нас в советское время, да. Но иногда, но, то есть, тем не менее, давала возможности контроля над верховным должностным лицом, каковым был князь, выборный, приглашаемый, не наследственный, даже не пожизненный. И это возможно как она утвердилась, это вот боярская олигархия? Как это? Ведь нигде же в Руси такого не произошло. Ну, нет, вы знаете, влиятельные, в том же самом Киеве были те же самые семьи. Они же не стали государством. Они не стали, потому что произошла другая история. Киев был разрушен. В некоторых княжествах боярство было более влиятельным. Было очень меньше. Сильным, да, Гальско-Волынскую Русь мы вспомним, да. Но там были сильные князья, понимаете? Там были сильные князья. Там была своя династия, воспринимался, может быть, действительно сложилась такая традиция, что новгородский стол не стал наследственным. Да, это вот общее, при разделении, когда Рюриковичи, занимают уже столы там, в Чернигове, Рязани, там отдельные княжества образуются там, в Ростове и прочее, а Новгород остается вот такой общей территорией. Кстати говоря, вот это может быть, да, потому что это не домен, конечно, но тоже это некая особая территория общего государства. Но она очень серьезно сопряжена с киевским столом. Да, конечно, потому что киевский стол тоже не наследственный, он наследуется по определенному принципу, и в Новгород посылается старший сын киевского князя, как правило. То есть вот эта связка двух столиц, двух центров Новгорода и Киева, она продолжает сохраняться. Значит, и дальше. Новгород оказывается городом-государством, огромной территорией, которая входит в этот город-государство, потому что это же огромные земли северные. Они освоили огромные. И эти огромные территории каким-то образом поделены между боярами, да? Там довольно сильная. И они оказываются вот такой властью, родовой властью. Знаете, там не совсем поделены, древнерусский принцип первоначально жаловались не столько земли, сколько право на налоги, кормление. Кстати, в новгородской земле тоже там посадники, знатные бояре получали доходы с каких-то территорий, Потом все-таки очень условно, понимаете, когда вот рисуют эти изображения новгородской земли, вот колоссальные территории, это же, так сказать, не значит, что вся эта территория была освоена, как раз большая часть ее представляла собой, пятна, Вот интересно, а новгородцы, они себя воспринимали как другой народ? Или они считали, что они такие же, как москвичи, литовцы? В какой-то степени. Да, вот что, степени, есть какие-то факты, которые свидетельствуют об этом? Петербуржцы себя не воспринимают как другой народ, предположим, или там рязанцы. Да. Это было все-таки нельзя выделять Новгород из этой связки. Ну да, то есть опять на общее. Да? Северо-Восточная Русь включает себя в Новгород. Новгород, Литовская Русь с ним постоянно соприкасается. Это общее. Да. То есть в какой-то степени, Общее, но все-таки было очень серьезное. Обособленность была очень серьезная. И осознание этой обособленности, оно очень Много. Ну, вот когда подчинял Киевская земля в рамках Великого княжества Литовского тоже долгое время сохраняла обособленность. Была своя княжеская династия. Тоже Гедиминовичи, но там
хотя их там легко передвигали с места на место, в конце концов, последнего князя просто отправили в Слуцк княжить, а Киев посадили воеводу. Да. Да, ну, но, тем не менее, была это, ну, просто Новгород в силу своих экономических и прочих возможностей, он дольше сохранял эту реальную способность. Не формальную, не маленькое княжество, как там Рязани. Ну, потом, да. И несмотря на то, что новгородскими князьями в 14 веке считались великие князья московские, начиная с Ивана Калиты, ведь там не было своих князей, да, там, по сути дела, это самоуправление сохранялось. Но формальным поводом для присоединения Новгорода к Москве, формальным поводом Ивана Третьего, это как раз были связи якобы вот с Литвой, да, и желание, так сказать, каким-то образом. А вот не получается ли так, что, несмотря на вот эту общность, о которой вы говорите, и, наверное, она была, мы тут можем даже вспомнить и религию, потому что это действительно нечто единое. Да, конечно. Но не получается ли так, что вместе с тем, вот каждая территория, хоть она и сохраняет эту общность, она сознается, все-таки Киевская Русь, ну, это конгломерат каких-то разных, как бы это сказать, направлений развития. Ведь сами же вы указываете, что и Киевская Русь – это какой-то тоже вот особый тип политического устройства. Северо-восточная Русь изначально до монголов стремилась к сильной власти, гораздо более сильной, чем в Киеве, значит, уже другое направление развития. Новгород вообще как бы обходился без князя, только приглашал. То есть не говорим ли мы с вами о трех вариантах развития России, но они как бы не состоялись. Вот это разные векторы. Они разошлись, понимаете? Ну, а источник был единый, кроме того, знаете, была в рамках Германии разница между Пруссией и Баварией, или там вольным городом Данцигом и вольным городом Любеком тоже была значительная. Или курфюрст Реймский, там, предположим, там, курфюрст Майнский там, и так далее. Они занимали другое положение, иное было устройство в епископстве или в вольном городе. Но, тем не менее, это было все в рамках единого какого-то исторического комплекса. Просто был единый язык, потому что была единая религия, единая культура, религиозная структура. Нельзя забывать, что этим фактором, который соединял эти территории, была единая религиозная структура. Как она организована была? Скажем, Новгород, Москва и Киев. Как они между собой соотносили? Митрополит Киевский, затем Владимирский, затем Московский. Вот. И архиепископия, которая... Возникает этой попытки выделения самостоятельной литовской митрополии. Да, вот это очень тут есть существенно. Это было препятствием для существования, все-таки то, что митрополит поддержал Москву. Вот это вот было одним из, как раз в 14 веке. Митрополиты поддержали Москву. Москву, они стали как бы московскими. Московскими. Да? Переехав в 14 веке во Владимир, в общем-то, должен был быть, он переехал из Киева во Владимир, он должен был быть митрополитом для всех. Да. А он каким-то хитрым образом оказался митрополитом для Москвы. Нет, он и был митрополитом для всех. Собственно, канонически так оно и это положение-то и сохранялось. Формально. Но реально он уже не очень контролировал. Угу. Ну, вообще, то, что происходило там на территории нынешней Украины, возникание этих православных братств, там борьба с проникновением католической церкви, там масса, конечно, масса иных проблем, которых не было в Северо-Восточной России. То есть разные задачи. С другой стороны, стремление этих литовских князей создать собственную церковную иерархию, а потом уже с нас в 15 веке уже ликвидировать это, добиться унии. В 15 веке возникает. Долгое время все равно это был тот элемент, который соединял. Общность истории, общность династии, общность языка, общность культуры. И самое главное, общность самосознания. Диалектные особенности. Разве новгородский диалект и южный диалект не отличаются? Мы же с вами не окаем, не говорим. Потому что мы в Москве живем с вами. Если вы поедете в Вологду, то Это же существует и в современной Российской Федерации, не мешает нам понимать друг друга и осознавать, что язык в принципе... Конечно, в Германии достаточно есть
разные диалекты. Ну, это во Франции есть разные варианты предложения. Но это не мешает. Италия, восприятие. Да. Но вот все-таки остается такой какой-то не совсем мне ясный здесь момент. И это, конечно, вопрос к вам. Все-таки получается, что у Киевской Руси оказалось несколько преемников. И эти преемники не были, чужды друг другу, да? Вместе конечно, с тем, да. У каждого преемника как бы получилась, ну, все-таки своя, как не своя говори, история, своя, да. история, своя судьба. Своя и вот сегодня, когда мы преодолеваем многие какие-то трудности своей собственной такой идейной, идеологической жизни, да, мы пытаемся все-таки отказаться от каких-то стереотипов, там, от каких-то предубеждений, мы хотим понять вот как бы без идеологии, вот что же все-таки такое Киевская Русь? Это вот то самое культурное наследие, которое принадлежит одному, двум, трем, или оно никому не принадлежит и всем принадлежит. Вот какой вариант здесь ответа вам кажется наиболее правильным? Ведь Киевская Русь, как бы от Киевской Руси можно взять разное, да? Наверное, в ней, как вот в чем-то таком общем котле, да, там, да, можно да. найти разные. Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Я бы сказал, что это наследие, которое принадлежит и России, и Украине, и Беларуси. Оно то есть всем. Всем. Вы считаете, что всем. Наследникам оно ну, принадлежит. То есть мы все преемники, да? Да, нельзя сказать, что какой-то наследник лучше. А вы согласны с этим? Знаете, и так, и да, и нет. С одной стороны, мы, конечно, все наследники, но вот если говорить о преемственности, вот все-таки государственно на северо-востоке Руси, было преемственным, да, постоянно. В Великом да. княжестве Литовском эта преемственность, ну, худо-бедно как-то сохранялась. Но, конечно, Великий князь Литовский правил Киевом не как наследник киевских князей, как человек, приглашенный, занявший этот престол. Ну, то есть не было, там не было единой, собственно, киевско-русской структуры. Но современная Белоруссия и Украина – это государства, которые образовались на базе той же самой народности, имеющей эти глубокие исторические корни, и чья культура, чей язык, чья история связана с Древней Русью, но это государство неприемственное по отношению к Киевской Руси, потому что Богдан Хмельницкий не был преемником князей киевских. Он создавал новое государство на базе сформирования народности. То есть как бы выделение, формирование на базе древнерусской народности, украинской народности привело, и это политическая и религиозная борьба, привело к обособлению Украины. Украина, то есть окраины все-таки. Правда, но она окраина по отношению к чему? К московскому? Окраина по отношению и к Москве, и к Польше. И к Литве, она, да. У нас была своя Украина, это у них было, наверное, да, как-то, ну, да, обидно то, или что... не обидно? Нет, ну почему, ну, почему обидно? Это географическое это обозначение такое. Да. Да. В общем, иногда в Киеве я чувствую, воспринимаю это как какая обида. Да. В Украине еще это, какая это не совсем есть. Соответствует нормам русского языка. Да, да, совсем не соответствует. И какая еще обида есть? Великороссия, да, как бы. А там Малороссия. А там Малороссия. Но здесь ситуация другая. Велико, да, так сказать, Великобритания или так далее, это как раз не значит, что это главное, это вот второстепенное, а это даже противоположный взгляд. Да. Потому что Великая – это вот округа, большое, нечто большое. Да, ну, Малороссия сейчас этот термин, слава богу, в части вышло в употребление. Это тоже некая придумка была. И уже в 19 веке обсуждали ее. И, в общем-то, ведь как-то так пытались, ну, смягчить вот эту малость. Название Украины, вот названная Белоруссия, например, это, в принципе, Белая Русь была в рамках современной Белоруссии, Восточная Белоруссия, Белая Русь, была Черная Русь. То есть, как бы, и жители Новогрудчины еще в 19 веке мог себя не считать белорусом, предположим. Он считал себя русским, русином. Точно так же русинами называли себя жители этой территории. Были галичане, ну, Закарпатская Русь, конечно, там понятие русский сохранилось исторически. Поэтому название украинцы, это тоже, как и термин Киевская Русь, тоже условность некая. Но она, что мы должны предложить нашим коллегам на Украине? Даже не столько коллегам, сколько тем авторам учебников, которые пишут национальную историю. Значит, просто постараться избавиться от чего? От неких каких-то обид, которые возникают от условностей, да? В общем-то, что обижают? Какие-то, в общем-то, условности, которые легко преодолеваются только лишь при условии, что ты понимаешь, что это и так хорош. Зачем, конечно, собственно, тебе дополнять свой портрет и так чем-то, значит, украшать его? Соединенные Штаты Америки и вовсе образовались только
только в конце 18 века, а они чего да. живут как-то, ну, да, да. жалуются. Но... Да. Вот. А Украина – это молодое государство или такое тысячелетнее? Вот это молодое государство с древними традициями. С древними традициями, да. Это хороший, я согласен. Да. А Россия, вот сегодняшняя, так сказать, Россия – это что тогда? Россия – это не очень молодое государство. Уже не молодое государство, да, но с такими же древними традициями, как Украина. Иногда с теми же древними традициями. Это примеряет, примеряет. Конечно, это то, что может объединить. Вот вы сказали, что история разошлась. Все-таки это не совсем так. У нас наша история на протяжении многих веков постоянно соприкасалась, а временами на протяжении целых столетий шла вместе. Скажем, простите, 18 век. Можно ли выделить освоение присоединения Крыма, освоение Новороссии из истории России, без политики Екатерины II? Ну, не было бы сейчас этих городов на море. Это часть нашей общей истории. 18 век, да, там Мазепа, там мы по-разному можем оценивать тех или иных персонажей с точки зрения, опять-таки, их борьбы или не борьбы за независимость. Но, тем не менее, события весь имперский период, после имперские сталинские репрессии, это тоже Советский Союз, Великая Отечественная война. Понимаете, из этих столетий мы некоторые века мы жили раздельно, некоторые века мы шли в одном направлении. Сейчас наши пути немножко разошлись, но, может быть, не навсегда, будем надеяться на... Будем надеяться. Я тоже считаю, что, подводя итог нашей интересной дискуссии, сказать, что все-таки позитивно и для науки, и для любой национальной истории, да, позитивно смотреть, мне кажется, на факты без, так сказать, ощущения того, что этот факт может тебя оскорбить. Мне кажется, что уважение к факту – это одно из самых таких больших достоинств любого народа. Мне кажется, что вот этот момент присутствовать и должен присутствовать в любой национальной истории, какой бы она ни была. То, что мы вместе, и то, что мы, конечно, единая какая-то культура, это ощущается постоянно всеми, особенно сегодня и здесь, в России, и на Украине. И я думаю, что этот такой подход, он может снять все противоречия. Вы смотрели программу «Час истины». Мы обсуждали тему «Киевская Русь. Наследие и наследники». У меня в гостях были кандидат исторических наук Думин Станислав Владимирович и кандидат исторических наук Пчелов Евгений Владимирович. Всего вам доброго. Эти добрые люди ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной. Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита».